Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю вам приготовить очень красивый, вкусный и невероятно полезный салатик с красной рыбкой слабосоленной и авокадо. Салат просто такой, что вот мимо никто не пройдет. На столе он, если стоит, его все пробуют, всем очень нравится. Это отличный вариант как на каждый день, кто вот на полезном питании, это всегда вот вариант, и на любой праздник. Для приготовления этого вкусного салата нам понадобится красная рыба слабосоленая 150 грамм. Я буду использовать листья салата, как вот подушечку такую вкусную. Вы можете использовать пекинскую капусту, тоже будет неплохо, 150 грамм. Помидорчики черри 150 грамм или любые другие помидоры, просто вам нужно будет их нарезать на большее количество частей. Авокадо, покупайте обязательно спелое авокадо, одно крупное или два небольших. Сыр, лучше всего взять, конечно, пармезан 30-40 грамм или любой другой сыр, который вот солененький. Я сегодня пармезана не нашла, поэтому у меня будет сыр Baby Bell, он тоже такой соленый, тоже будет вкусно. Еще 1-2 столовые ложки лимонного сока, чтобы сбрызнуть авокадо. И еще нам нужно будет сделать очень вкусный соус. Это соус такой вот горчично-медовый. Здесь надо будет нам 3 столовые ложки оливкового масла, или берите любое другое растительное, которое вы любите, 1,5 чайной ложки горчицы. Еще будет вкусно, если вы возьмете в зернах, у меня вот обычная горчица, и 1,5 чайной ложки меда. Авокадо я почистила, нарезаем сейчас его слайсами и сразу выкладываем на листья салата. Нарезаем помидорчики черри напополам. Я пока их не кладу на салат, пока отдельно. Авокадо сбрызгиваем лимонным соком. Рыбку нарезаем тонкими слайсами. Выкладываем рыбку на салат. Выкладываем помидорчики. Сейчас делаем очень классную заправку к этому салату, она очень вкусная. Сейчас мы отправляем все ингредиенты в чашу блендера и взбиваем погружным блендером. Смотрите, если у вас нет его, можно просто хорошенько взбить вилкой, тоже будет неплохо. И сверху поливаем наш салат. И сейчас на мелкой терке сверху натираем наш сыр. Вот такой салатик у нас получился, его можно и нужно сразу кушать. Как видите, ну это без лишних слов, он прекрасен, и еще он очень вкусный. Я думаю, что всем понравится, все будут повторять его не один раз. А на сегодня у меня все. Большое спасибо, что были со мной, досмотрели это видео до конца. Если видео вам было полезным, жмите лайк и подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы следующие мои видео вы не пропустили. И еще напишите мне, понравился ли вам этот рецепт. Буду ждать, пока-пока.